В воинской части 6506 состоялась встреча личного состава Национальной гвардии и сотрудников органов внутренних дел с акимом Южно-Казахстанской области Жансейтом Туймебаевым. Глава региона ознакомился со служебно-боевой деятельностью силовых структур. Ему были продемонстрированы образцы техники и вооружения. После чего аким области наградил особо отличившихся сотрудников ДВД и воинской части. Задача Национальной гвардии – это охрана общественного порядка и безопасности. Сегодняшний день в четырех районах города Шымкента выполняют боевую службу личный состав срочной службы воинской части 6506. Как видели, аким Южно-Казахстанской области господин Туймебаев отметил лучшую сторону личный состав воинской части 6506 по выполнению службы по охране общественного порядка и безопасности.